первое впечатление об автомобиле очень уютный. Очень уютный аппарат, очень комфортный. Понравилось вот это ощущение спортивности сидений, да, потому что оно все-таки с боковой поддержкой выражено. Кстати, классно, то, что сиденья передние, задние, третьи. Да, да, они все одинаково комфортные, они все двигаются, настраиваются. И, допустим, для нас, людей, которые любят путешествовать на машине, и работа связана, так сказать, с разъездами, это здорово, потому что на заднем сидении ты можешь откинуться и почувствовать себя в люксовом автомобиле, да. Это комфорт огромный плюс. Опять же, удивили характеристики автомобиля, потому что двигатель 2 литра и развивает аж там 220, по-моему, лошадей. Это очень много, это очень мощно. И машина для своего веса и как бы для всего этого комфорта, который она передвигает с собой, этот музыкальный центр, эти все экраны, она, ну, едет достаточно бодро и как бы... Какой разгон, скажи? 8 секунд с половиной, потому что это 8,2. Но я не засекал, но... Ощущение достаточно динамичное. По городу этого хватает для машины, которая не претендует быть там каким-то спорткаром, да, то есть это семейный автомобиль, это очень-очень быстро. Опять же, конкуренты машины такого габарита, они не обладают такой динамикой, насколько я помню. Вот. Во всяком случае, в этом ценовом сегменте, да, и это здорово. И опять же, на расход, расход здесь очень небольшой, 7,8 литров на 100 километров. Машина, способная испортить настроение конкурентов. Ну, я не знаю. На самом деле, такие машины, можно о них сказать после эксплуатации какое-то время уже, да, что там не понравилось. Допустим, опять же, третий ряд сидений, вот в самом конце на галерке, он юзабельный. То есть даже с моим ростом я там сел, и у меня ноги не уперлись, а потом я перешел вперед на второй ряд и сел как бы впереди себя самого и понял, что я тут могу сидеть. То есть можно посадить 7 меня сюда, и они все разместятся нормально. Это очень круто. Это очень здорово, и эта машина действительно для путешествий. Что как бы расстроило, что здесь отсутствует большая часть внедорожных фишек, да, которые, в принципе, мы любим там проехаться где-нибудь по грязи, да, и застрять, потом трактор искать долго. Мы любим это. Вот с этой машины трактор, не надо будет далеко идти за трактором, это хорошо. То есть ты застрянешь прямо, как только с дороги съедешь. Ну, это круто. Весной. Летом ты до озера доедешь с девочками, все будет нормально. На самом деле, я бы, наверное, еще посмотрел бы конкурентов, потому что все-таки лично я больше люблю БУ машины, ну, честно, потому что эта машина только появилась на рынке, да, может быть, там через год-два, вот, двухлетнюю машину можно было взять, да, опять же, по сравнению. Тем более, еще даже неизвестны подводные камни все. Да, подводные камни, может, какие-то есть в ней, опять же, да, но, в принципе, если вот выбирать, да, вот была возможность сейчас ее забрать себе, да, там, купить. Ну, я думаю, что я был бы доволен. Мы бы все вот как бы с братом и, в принципе, как группа, и как семья, мы были бы довольны обладать таким автомобилем, потому что он... Концертный тур на ней можно отправить. Да, ну, как можно... минимум сидеть в ней классно. Отсидеть. Концертный тур. Очень, мне кажется, можно на ней путешествовать, и огромное количество вот опций безопасности, которые я здесь вижу, там слепые зоны, там мониторинг, всякие активные круиз-контроли. Все это круто. Я считаю, что, в принципе, кроссовер – это гораздо более подходящий автомобиль для кого угодно. Хотел сказать, для мужика, но потом понял, что он для всех подходит. И девушка может самая хрупкая на нем ездить. Более того, девушки даже больше такие машины любят. Поэтому, в принципе, когда я стал ездить на кроссовере, ну, на джипе фактически, мне вообще стало сложно ездить на седане, как-то даже непонятно, ну, зачем он. Потому что кроссовер, он имеет вообще все преимущества перед седаном. Особенно современный кроссовер, Кроме цены, Вова. Как бы, да, это зависит, разные бывают седаны. Особенно сейчас, когда уже и динамика очень крутая у кроссоверов. Там нет такого, что, там, не знаю, как на старых джипах, там, укачивает и так далее. Это реально очень взвешенный вариант вообще покупки. И вот мы сейчас сидим в отличном примере очень хорошего кроссовера, который, я думаю, что он станет востребованным, возможно, хитом. Посмотрим, как оно будет. Всякие классные фишечки, вот как, допустим, панорамная крыша, такие штуки, они радуют всегда. Вот это можно даже сначала не обратить на это внимание, но потом при эксплуатации ты будешь такой каждый раз в солнечный день ехать, думать, опа, как круто. Ну, пока... Минусов тоже нету для тебя. Да, впечатление только положительное. Знаешь, минус есть. Нет розового цвета в палитре. Вот я хотел заказать машину, розового цвета нету.
Вот это минус.